Я пережила нелегкие времена в своей жизни, вот, знала, как это тяжело и больно, и мне помогли. Вот, и ну, пытаешься вот отдать как бы должное, да, и вот, вот когда это видишь, вот это самая большая награда, когда видишь, что люди встали на ноги и помогают другим. Вера Дьяченко, администратор группы «Дари добро», уверена, помогать ближним – ее призвание. Начинала волонтерскую деятельность задолго до пандемии. Вместе с единомышленниками собирала одежду для нуждающихся не только в Одинцовском округе, но и далеко за его пределами. Признается, без поддержки семьи вряд ли бы справилась. В трудные моменты, когда вот как в пандемию происходит, стараешься людей поддержать. Отдаешь всю себя, не жалея. Семья иногда обижается. Дочка у меня, вот, например, старшая, говорит, что волонтерство – это жизнь без семьи. Порой да. А сегодня волонтер со стажем в списке награждаемых. Сказать слова благодарности и признательности за самоотверженный труд добровольцам больших везем приехал глава округа Андрей Иванов. Без вашей поддержки мы бы так эффективно не справились бы с задачей, которую перед нами ставил президент, губернатор, и не прошли бы весенний, первый самый сложный этап пандемии, так как мы его прошли с наименьшими потерями, с наименьшей госпитализацией и без тяжелых последствий для экономики. 7 благодарственных писем глава муниципалитета вручил волонтерам «Везем», еще 5 – добровольцам из Звенигорода. Торжественная церемония прошла в местной администрации. Я считаю, что это и есть настоящее проявление патриотизма, когда вот, жертвуя собой ради ближнего, мы с вами помогали тем, кто в этом нуждался, особенно это наши люди в возрасте, инвалиды и многодетные семьи, одинокие наши жители. Итоги промежуточные, но не окончательные. Волонтеры Одинцовского округа продолжают свою работу. Они, как и прежде, готовы прийти на помощь всем, кому это действительно необходимо. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».